Провести в кино День Святого Валентина – это своего рода классика романтического жанра. Вдвоем можно погрузиться в драматические события «Голоса монстра», вместе подпевать и пританцовывать под «Ла-Ла-Лэнд», ну или разделить чувства героев картины на 50 оттенков темнее, если, конечно, вам уже есть 18. Предвкушение чего-то очень интересного, романтичного и, ну, я думаю, немного даже сексуального какого-то характера. Больше развития сюжета в плане отношений Анастасии и Кристиана. Ну, я просто не фанат данного фильма, поэтому особо не могу рассказать, что в нем хорошего. О роскоши и соблазне. Я думаю, эротические сцены будут присутствовать. Фильм стартует у нас сегодня на день раньше официальной премьеры в России. Фильм рассчитан больше, наверное, на девушек, чем на мужчин. Обычно девушки просят своих мужчин пойти вместе, посмотреть. А фильм в какой-то степени романтичный, про любовь, романтику, несмотря на некоторые такие сцены. Оскар за лучшие костюмы фильм на 50 оттенков темнее получит вряд ли, но все же тема соблазнительных пеньюаров и комбинаций с подвязками не осталась без внимания. Премьеру фильма решили поддержать челябинские дизайнеры нижнего белья, а заодно они представили свою новую коллекцию. Нам вообще сказали, то, что наше белье подходит к концепцию Fifty Shades of Grey, и я с этим абсолютно согласна. И мне кажется, то, что те люди, которые придут на премьеру, им будет интересно носить наше белье. А вообще мы с подругой, которые открыли, в принципе, этот бренд, читали книжку в оригинале, но фильм еще ни разу не смотрели, и нам было интересно посмотреть. Звездой предпремьерного перформанса стала бронзовый призер чемпионата мира по пол-дэнс, участница шоу-танцы Алина Сайфутдинова. Пробовала передать отношения между главной героиней и мужчиной. В данном моем случае это был пилон. Вот, то есть какие-то их постоянные терзания, расставания, обратно схождение. Ну и, собственно говоря, самая главная мысль это проблема этого мужчины, собственно, она вот в повязочке заключается. В общем, старт дан. Осталось только обменяться впечатлениями теперь уже от просмотра фильма. Что же касается рейтингов и кассовых сборов, их пусть подсчитывают те, кому это важно. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Beauty Time. Там вы увидите еще больше новостей о кинопремьерах и модных тенденциях.